Мы, комсомольцы Алтайского края, призываем снести ночной клуб «Космос», который мешает отдыхать простым людям и наслаждаться жизнью. Мы считаем, что молодежь должна заниматься семьей, детьми, а не заниматься развратом, алкоголизмом и проституцией. Мы считаем, что такого рода заведения, ночные клубы, должны существовать где-то за городом, чтобы не мешать работающим людям. Данный клуб должен быть разрушен. Мы призываем снести заведение «Космос» и избавить жителей от страданий.